Например, сказать, слушание по детскому питанию. Скажите, пожалуйста, где оно будет находиться? Так что здесь, на третьем этаже. Комиссия наверху, там это самое. Ну, решать будет комиссия, конечно, здесь. Но вам подождать надо наверху. Там диванчик, присядьте, подождите. Оно еще не началось. А где оно будет проходить? Ну, скорее всего, у руководителя в кабинете. Да. А мы можем это снять? Не знаю, это будет решать комиссия. Ну, тогда здесь подождем, мы зернем туда. Потому что здесь, ну, здесь нельзя находиться. Когда пригласят, тогда придете. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, вот именно сегодня, что здесь будет происходить? Дело рассматриваем. Пока на сегодняшнее заседание не готово вас запустить, у нас пока дело только в стадии рассмотрения. У нас пока преждевременно с ним. А выводов никаких пока не сделали. Пока документ не принят никакого. А что будет следующее, когда будет уже? Ну, мы на сайте сегодня публикуем. Каждое заседание мы публикуем на сайте, выносим процессуальный документ и его выкладываем. Пока никаких решений не опубликовано, вы можете следить.